Создать коллективный иммунитет – задача номер один в регионе. В борьбе с вирусом медицинские работники подтверждают эффективность вакцинации. По словам врачей, прививка – это самый действенный способ оградить человека от тяжелого течения болезни, осложнений и неприятных последствий. Сегодня вакцинация населения от коронавирусной инфекции продолжается в одном из торговых центров Тольятти. Прививочный пункт открылся в мае этого года. Рост вакцинации идет, пациентов увеличилось. Мы прививаем порядка, наверное, 120-130 человек в день. Это первого этапа. И примерно это же такая же цифра идет второго этапа. Число заболевших в области растет. Причем, как отмечают медики, инфекция уже не та, что была раньше. Сейчас наблюдается быстрое развитие болезни. Среди заболевших становится больше людей молодого возраста. Мы живем сейчас в такое время, непростое и сложное, поэтому я очень долго думала, но я считаю правильным послушать рекомендации врачей, грамотных людей, которые уже изучили этот вопрос досконально. Чтобы уберечь себя и близких от заражения, необходимо всем ответственно выполнять все противоэпидмероприятия. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, не забывать про личную гигиену. И обязательно пройти вакцинацию тем, у кого нет медицинских противопоказаний. На сегодняшний день первую дозу вакцины в регионе получили более 813 тысяч жителей. Из них полностью привиты свыше 623 тысяч человек. Мария Лчан, события.